Это за что? Прошу прощения. За что? За то, что жалел себя. У тебя есть время? Немного. Тогда я не буду зря его тратить. Ты права. Твои отношения с Крэгом Хантом меня не касаются. Приятно знать, что наши мнения хоть иногда совпадают. Я знаю, тебе было трудно это признать. Моя умная, умная Джулия. Надеюсь, ты понимаешь, что отныне любого мужчину в твоей жизни я буду звать Крэг Хант. Мэйсон. Я никогда не привыкну к мысли, что все эти ловцы удачи посягают на то, что я считал принадлежащим мне. Я хочу их наказать. Всех претендентов на трон, чтобы больше не думать о них. Но силы мои не те, что были раньше. А если бы... Получив документы о разводе, я весь день просидела в кресле. В душе образовалась пустота, которую я не могла заполнить. И не смогу, как бы ни старалась. Надеюсь. Пока.